Поехали. Обитель дыхания. Так. Я не нашел фикса потери кадра, когда тебя атакуют эти мошки. Поэтому, к сожалению... Да, к сожалению, да. По первому стриму, если не считать нескольких моментов, которые подпортили впечатление, игра очень понравилась. Хочешь получить батл пас 50-го или 100-го левла не за 2-3 тысячи, а за пару сотен рублей? Легко! Уже прямо сейчас на тесте дроп ты можешь выиграть Аркану на спектру и батл пасы. Этого ждали все. Так что залетай по ссылке в описании, активируй специальный промокод на 15% бонус к пополнению баланса и получи бесплатный кейс с гарантированным батл пасом в подарок. Но поторопись, количество ограничено. Я вообще думал не подрубать, но в итоге подрубил. Кстати, поставил себе синий прицел, заметьте. Круто. По поводу апгрейда, все-таки загрейджу пистолет. Почему? Потому что у меня пока нету доступа к... Не знаю, как я понимаю, ну, чтобы по КД патроны для дробаша или крафтить, или получать. А патроны для пистолета дешевые и изи крафтится, поэтому загрейдим пистолет. Окей, в главный зал снова. Но меня же там та шалава атаковала. I won't last until dinner. Она меня преследует? Я не понимаю, она меня преследует? Прямо сейчас? Я умер, походу. И что должен делать? Мне конец. Окей, не знаю, как ее убить. Где окно разбить? О, спасибо. How's it feel? Как окно разбить? Походу я попал, бля. Ну что еще? Бля, где? Наверху я вроде окна где-то могу разбить. Вон там вот. Но она тогда за мной не пошла сюда. А сюда она не идет. Бля, я пробовал просто фласку зря, это бред. Так, погодите, да, тогда надо лучше начать с последнего сейва, а то, ну, как бы сложно. Фласку проебал просто так. Не пойдет. Так, значит, сразу наверх бежать. Мой друг детства решил быстро разбогатеть. С ранних лет работал. Почему у меня 300? Мне уже 30, недавно его встретил. Ну что, разбогател? Он ответил «да», но теперь прямая кишка свисает, когда я хожу. Его звали Виталий Цаль. Бля. Ну что еще? Ну да, донаты 300. На Apple Live 22 июля нас ждут новости по Диатспаче. Возможно, будет ремейк. Это офигенно, конечно. Но Диатспаче, если часть, конечно, выглядит шикарно. Да, я об этом говорил. Скоро узнаем, что там они нам покажут. Я об этом говорил, да. Dead Space выглядит, ну, типа, и так охуенно. Зачем делать ремейк по Dead Space? Не совсем понятно. Если делать ремейк, то с кучей бонусного контента. Кью, ты же следишь косвенно за каналами, группами с нарезками твоих стримов. Чуть-чуть. Ну, чтобы работяг когда мне скидывают еще? Из камер не набывали и так далее. И, собственно, вопрос, почему на них перестали выходить нарезки с последних игр Dota 2? Ну что, я в Dota не играю больше года. Чуть-чуть обращаю внимание. Я знаю, что в последнее время, когда я стримил Dark Souls и Бесконечное лето, появилось огромное количество каналов. Появилось буквально 5 каналов новых. Где-то нарезки какие-то делают, какие-то микромоменты вырезают. Ну там половина из них какие-то дауны, там вообще какую-то невероятную хуйню делают. Короче, я больше слежу, ну, если мне кто-то скидывает, или я сам замечаю в плане их контента, а то, что они рекламят, мне поебать, я не знаю. За этим я точно не слежу. Кстати, чисто в теории, если Ведьмак 3 победит в Next аукционе, есть шанс... Что-то в дворе пропустил? Ведьмачья лето. Нет, пока ремастер Ведьмака не выйдет, я не буду играть в Ведьмака 3, я же уже проходил его, смысл, зачем мне снова играть в Ведьмака 3, что за бред? Это супер неинтересно. Даже супер длинная игра, зачем ее заново играть, если ты ее проходил? О, плюс воздух. Так, я иду за ней. Have you done to my daughter? О, она походу нашла труп своей дочери? Не, как она могла его тут найти? Я же не тут ее убил. Мне нужно добраться до покоя в Димитреску. Как я буду с этой здоровой пиздиться, кстати? Не, ну по идее на нее должны работать пули, в отличие от ее дочерей. Судя по всему. Зал омовения. Ебать. Купается в крови девственниц. Классика жанра.
вращать статую. Как ее вращать? Если это головолимка, то пока я не понимаю. Да, тут явно какой-то, ну, прикол есть. Это что-то головолимочное. Какие статуи я могу вращать? Окей. Эту я тоже могу вращать? Говно. Что это такое? Как я даже понять, что это? Какая-то выпечка, блин, или что это такое? Это хлеб? Выглядит как дерьмо. Не, ну, тут можно, в принципе, рандомно накрутить, потому что только есть два варианта. Проще рандомно накрутить, чем головолимку разгадывать. Maybe здесь подсказка? Мужские взгляды женщинам презренны. Мужские взгляды женщинам презренны. А бедняков забудет лишь одно, отдать владыке урожай отмены, чтобы поскорее потекло вино. Мужские взгляды женщинам презренны. Maybe отвернуть мужчин от женщин? Не знаю. Короче, надо рандомно крутить. А то какую-то хуйню страдаю. Окей, рандомно что-то получилось. А почему так вышло? Окей, почему именно так? Я пытаюсь понять. Этот текст, получается, ничего не давал, или тут перевод хуёвый. Мужские взгляды женщинам презренны. Бедняков заботит лишь одно, отдать владыке урожай отмены, чтобы поскорее потекло вино. Вот бедняки, или что? Бедняки отдают владыке урожай? Вот. Бедняки отдают владыке урожай. А это что значит тогда? А это кто? Это типа босс? Собрали урожай, отдали челу. Я не понимаю, ну сложно понять. Что этот чел конкретно делает? Кто это, блядь? Как я и говорил, проще рандомно накрутить, чем заебываться. Как это Димитреску не слышит этого шума всего? Непонятно. Наконец-то! Туда я двигаться не могу, привет, тут я все обследовал. Рад, что ты до сих пор стримишь. Еще и не Доту 2, помойку. Тоже недавно прошел резиденцию зла. Реально годно. Привет, Рубсидик! Удачно. Только увидел ник, кстати. Спасибо за тысячу. Алдам заводу галочек. Всем остальным всего хорошего. Алдам заводу, завода или завожу. Если что, это был первый топ-донатер. Самый первый именно чел, который, ну, нормально донатил, скажем так. Типа много. Судя по всему, настоящий. Я уже много раз говорил, почему я не бросаю стримить. То есть у меня уже много было, скажем так, мыслей бросить стримить. Но мне не дают бросить стримить. На коне это владыка, и бедняки отдают ему урожай. Ну, я так и думал, а что... женщины отвернули свои взгляды от мужей, так как им их взгляды презрены. Я думал, наоборот, надо, чтобы мужики не смотрели на женщин. Я думал, наоборот, надо, чтобы... Не, ну я не мог просто понять этой фразы. Я думал, нужно, чтобы мужики не смотрели на женщин. Хорошее рандомно настроение. Что за козел? Привет. Что это за козел? Его больше нет. И мне дали ачивку циник. Ну а хули он звуки издает? Пришлось разобраться. What the hell? What the hell? Куча крови. Тебя кровь смущает после всего того, что ты видел? Страшно, вырубай. Ожидаем увидеть какую-то мерзость. А, тут можно подвинуть будет. Так понимаю, надо будет дефаться от монстров. Опять. О, блять, блять! Оно в воде? А я его не вижу теперь. Ну и где оно, блять? Тут же нету места плавать. Я ж хожу здесь пешком. Я даже близко не плыву, у меня вода буквально по щиколотке. Что-то я пропустил где-то? Как обычно. Блять! Дефолтный этот чел. А, 8 патронов вроде. При том, что далеко не все было хедшоты. Терпимо! Стало легче. Чуть-чуть. Так! Не двигайся. А-а-а! Блядь, ну да, топором, конечно. Сейчас бы словить удар топором. Это блокировать не очень хорошо. Блядь. Вот так-то лучше. Батюч, ты летал хоть раз на самолете?
В каких странах ты бывал? Блядь, зачем я стрельнул снова? В каких городах? Нет, не летал на самолете. В каких странах бывал, не помню. В детстве только в Белоруссии. Но считай, что не был. Потому что, ну, это... я с родственниками ездил. В каких городах? Киев, Винница, Одесса. Какие-то еще города Винницкой области. Николаев. И вроде все. Не понял сейчас. Теперь понял. У этого меч. Бля, это реально Dark Souls! Ай! Или не у него... А, он пройти не может. Бля, у него меч. Тупо Dark Souls, я же говорил. В принципе, терпимо. Если их не будет супер много, мне должно хватить патронов. У! И для чего я закрылся здесь? С какой целью? Думаю, тут лут есть спрятанный. О, тут мину. А ну. Гениально. А если меня накосил? Реалистично. Окей, найс. А я себя не накоцал, мины меня не коцают. Что? Сложность называется, напоминаю, хардкор. Хардкор. Мина вплотную меня не коцает. Ну, ну типа нормально. Мне даже ХП не стало желтым. Не то что красным, оно даже желтым не стало от того, что я получил мину вплотную. Неплохо. Вот это я ебашу. Ну, колющий удар можно потестить. В теории. Попробуем одного челика убить с помощью колющих ударов. Вот, давайте попробуем. Бля, я не знаю, что-то на практике тяжело, тяжело. Не, я ебал. Но этого чела можно было бы с блоком убивать, у него оружия нету. Блять. Не, это ошибка была. Это была ошибка, это пробовать. А-а-а! Сука! Не, нафиг экономить патроны. Я бы в реальной жизни не экономил бы патроны. Тем более, нож даже не дамаж почти. Пиздец, блять. Минус фласка на ровном месте. Я бы в реальной жизни разве я стал бы так делать в реальной жизни? Нет, не стал бы. Так хули я так делаю в игре? Должно быть, блядь, реалистично. И то, что я получил пизды, это реалистично. Так. То есть вы мне хотите сказать, что мой герой... Ну вот, вот ящик... Ну не перелезть. Ну никак. Ну это слишком сложно. Ну да, это очень сложно. Просто ногу поднимаешь такой и встаешь на ящик. Вторую ногу поднимаешь, встаешь на ящик. Вау. Так, это лифт. Окей, синее все. Бачки. Так, здесь я, по-моему, проходил. И продвигаемся в покое. А что здесь? Интересно. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Что за церемония? To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Почему переводят эта тварь, когда она сказала просто dead man?
Я могу здесь пройти? Ой, блядь, почему я не могу вернуться? Я там не залутал. Что за хрень вообще? О, великие силы. Там, тут я не залутал. Но вернуться игра не позволяет. Наверное, очень сложно здесь пройти. Вот просто невозможно здесь пройти. Наверное, ну, ни один человек в мире бы не справился. Вау, как же сложно. Вау, вау, как же невозможно. Вау, вау, как же сложно. Как же невозможно. Да, верим. Верим, 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 верим. Бля, там лут пропущен, походу. Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет, когда я вспоминаю этот семейный совет. Ко мне относятся как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг. Это рвань не научится манерам, даже если отхлестать его имя. Я бы его порвала, но матерь не позволила. Почему она ведет себя со мной, как с ними? Она подарила мне этот замок, послушных дочек и вечную жизнь, ведь так? Кто ее любимица, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Так понимаю, кровушки. У нее кровь вместо вина. Rose, where are you? Тут микрочелечка лежала. Ключ Димитреску. Вот так-то лучше. Где его вижу? Подождите. А, вот он. Что в игре не очередь дерзкого? Линейность, коридорность, отсутствие выбора. А это что, RPG? Почему, когда я стримлю игры, где реально нет выбора, где он должен быть? То есть какие-нибудь игры с RPG-элементом, которые подаются как RPG, почему там, когда я начинаю говорить, что нету выборов, или выборы рандомные абсолютно, случайные, и считаю, что их нету? Вот так-то лучше! Челы начинают со мной спорить. Оцени игру от 9 до 10 точка, точка, чатик, плюс в чат, если казуалыч на стримере. На первом стриме я перечислял огромное количество плюсов этой игры. Охуенная графика, охуенный звук, охуенная кинематографичность. Не помню уже. Короче, мне все в принципе нравится, кроме той заскриптованной сцены, которую я час плюс не мог пройти. Потому что они подходят банально просто под сложность хардкор. И все. Кроме того, и кроме моментов, когда у меня начинает 20 FPS быть, из-за того, что у меня мошки влетают. Он подойдет, типа? Блядь. You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare you! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Ну, вот этот момент, кстати, странный. Go ahead, do your worst. Если она говорит, я тебя типа найду и уничтожу. Никто не смеет мне приказывать. И уничтожу. Почему у меня нету тяги идти на работу? Почему в крыле мужики и будут туда в жопу? Почему люди меня не понимают? Почему цыганы моются, но все равно воняют? Почему я уважаю только сам себя? Почему у тебя нет мать и иного отца? Почему я без пива и водки? Не, на самом деле там в этом треке это хуя охуенные лирики. Вот это вот почему я уважаю только сам себя, пиздец, жизненно. Сильно почему. Не, ну я знаю почему. Так. Короче, она говорит, я тебя найду и уничтожу. Но при этом она меня схватила, да, как в любом, знаете, в любом хорроре. Ну, в фильме хорроре, там на 3 балла из 10 тебя хватают и кидают. Ну. Но не убивают почему-то сразу же. И потом еще час фильма, герой там бегает туда-сюда, его снова хватают. И откидывают, не убивают. Или как в этом ебаном Терминаторе 5, или Терминаторе 6, или Терминаторе 10. Терминатор, который, да, который буквально может превратить свою руку в лезвие, пью, моментально убить. Он хватает, держит, смотрит, бросает. Хватает, держит, смотрит, ну, главного персонажа, бросает. Хотя у него цель уничтожить главного персонажа. А когда он встречает рандомного крипаса, рандомного какого-то, ну, на пути, который у него стал, он просто сразу, пью, моментальный килл. Сука! Где логика? И тут такой же момент. Ну, то есть они могли бы и не делать этого момента, что она его нашла и схватила. Они могли бы сделать, что Итан от нее отбивается. То есть как бы было бы лучше? Я как человек, посмотревший миллион фильмов и т.д. 100 раз лучше было бы, если бы он начал отстреливаться от нее. Она уебала ногой, ну или рукой. Ну, короче, пусть будет ногой. Она хотела его ногой прибить, да, то есть раздавить. Со всей дури пробила, короче, ногой в дырку. И он падает в эту дырку, отстреливаясь от нее. Это было бы намного лучше. А то вышло так, что она его схватила и отпустила. Вышло кринжево. Я удивлен, ну, что такой обсер. Это ж легко продумать. Вышло нереалистично.
вышло аутистично. Никто не смеет мне приказывать. Ага, здорово, Папаль. Вот скажи мне, если замок построили для леди Димитреску, no. почему там двери такие маленькие? Наверное, не предполагала, что она будет переростком. У нее ж дочери нормальные. Ну, я так полагаю, замок построили для нее, когда она еще была, адекватного размера. Моя версия. Я не знаю, с каких пор она стала бессмертной. С 50-х годов, получается. Короче, я не уверен. Не, ну это можно оправдать, в теории. Вот так-то лучше. Попечь, почему женщины убивают? Женщины убивают? Это слишком сложный вопрос. Страшная музыка играет, на меня сейчас нападут. Меня будут бить. Буду бить аккуратно, но сильно. Намечается тяжесть бытия. Это было в седьмой части уже. Ебать, что у тебя с... А как теперь стрелять? Я что должен делать? У меня нету руки. Шалава ёбаная, блядь. Оторванная рука, это мне? Как открыть? Но не открывается. А-а-а, блядь! Шаловливая блядина. Ему уже отрубали руку в седьмой части, разве нет? Или ногу? Маска печали. Это мне? Это мне? Как забрать? Что я сделал? Я лечу вверх? Прицепи. Seems legit. А почему он себе так пальцы не мог прицепить, я не могу понять. И чё, всё? Заработало? Она двигается уже. Man, screw this castle. Ебать. Сбегите из замка. Так, я снова тут. Кого я слышу? Страшно вырубай. Я хочу с ними драться или не хочу? Мне надо сбежать из замка, тут я не долутал что-то. А, их тут много очень. Наверное, обойдемся без сражений. Так, нужно сбежать из замка, правильно? Привет. Помнишь, когда ты бежал за мной по лесу и догнал? Мы повалились на землю, и я была под тобой, ты еще немного привстал. В общем, с тех пор у меня задержка уже 4 недели. Срочно позвони. Ха-ха-ха, как же смешно. Так. Здорово, величайший. Передай привет Андрюхе и Насте, которые смотрят твой стрим и варят табак. Спасибо. What? Укрой маской слепой взор ангелов, чтобы спасти свою душу. Нужно найти 4 маски? Погодите. Так, мне нужно аниме найти 3 маски еще. У меня только одна. Блять! А как тогда искать что-либо? Мне эта блядина задушит сейчас. Бля, вот знаете, что я всегда в резидентах не любил? Это главный минус всех, наверное, резидентов, то, что тебя преследует по локации какой-то один противник, которого нельзя убить. Это в каждом резиденте, это пиздец бесит, это хуёво. Это неправильно. Блять. Серьезно? Вот так-то лучше. Теперь их двое? Или заблуждение мозга? Бля, то есть за мной теперь гоняется не только одна из ее дочерей, а еще и главная эта дура. Я никогда этого не любил в резидентах. Я этого терпеть не могу, бля, если честно. Неуязвимые противники.
Это неинтересно. Ну, блядь, ну... А что я сделаю? Она мне кадры забирает, когда атакует. Sisters, come get them. Не, это ГГ. Маска? Пиздец ёбаный, блять. О, тут проход. Куда этот проход ведет меня? Интересно. Так, у меня две маски есть. Серебряное кольцо. Это, наверное, драгоценность. Тут я что-то еще не залутал. Ну, так понимаю, они мне мешают собрать маски. Хотя бы в этом есть смысл. А в Resident Evil 2 мне пиздец не нравился этот чел, который за мной гонялся постоянно. Это раздражало. Что, блядь, за музыка страшная? Что я сделал? А, она открывает эту дверь обратно. Все, я понял. Тут до сих пор красное, что еще не взял. Ну где, вот где может быть лучше. Лут? Где он может быть? Привет, папаня. У моего друга Максима Марцинкевича сегодня день рождения. Он твой ярый фанат. Смотрит тебя очень давно. Да, поздравь да. его, пожалуйста. Да. Хорошего стрима. Чел, его убили. Че за даунскиров? Что я мог не взять? Почему оно красное? Ну нигде нету ничего, блядь, нигде! Не, все, я не знаю, это пиздец. Я не могу найти, это невозможно. А где мои кадры? У меня кадры теряются здесь, в этой конкретно в этой локации. У меня 60 кадров почему-то. Что за хрень? А где кадры? Почему я зашел именно сюда, и кадры исчезли? Они покинули нас. Оружейная. I was worried my sisters had gotten to you first. Блять. Реалистично. Вот так-то лучше. Папаня, привет. Ответь, пожалуйста, все ли в этом мире можно купить и продать за деньги? И если да, за сколько украинских долларов ты бы показал шпу? Без рафула. А, блять, так. А то я думал, почему-то мало кадров, потому что там эта блядина пряталась. Блядина, которая кадры ворует, когда уже их всех убью. Да я не могу. Пробить надо. Да ёбаный. Как пробить? Я ж пытаюсь. А бомбой, наверное. Тварь ёбаная, блядь. Кадры отдай, шлюха пидораска. Отдай кадры, отдай кадры. Вот вау, это лучше. Это я понимаю, хардкорная сложность. Рапич. Без кадра побеждать этого босса. Не могу сравнить твою игру с игрой других стримеров. И вот что сразу бросается в глаза затупы. Большое количество... Какие затупы, долбоёб, ебаный, сын говна, блядь. Что ты пиздишь? Даже не было ни одного затупа на этом стриме. Вот так-то лучше. А ясно. В этой игре скрытые блестяшки. Они светятся. В них надо стрелять, чтоб лут выпал. В той комнате было в районе потолка. Ааа, блядь! Ааа! Ты где, блядина? Ну, сука! О, у меня больше нет... Я согласен, у меня больше нету. Ну это пиздец хардмод. Мало того, что у нее миллион хп, так она тебе кадров 20 делает, но это реально хардмод. Yes! I am very HS! Сама-то даун. Надо хилиться, пизда мне сейчас будет. Yes! No!
смысле, why? Вырубай! Time to die! Блядище. Без потери кадров это было бы, кстати, ну, несложно, но учитывая потерю кадров... Вот так-то лучше. Да, ну, напрягает. Папизи, привет. Смотрю тебя уже давно. Еще с тех времен, когда жил-выживал на 300 ГРН в неделю. Сейчас у меня ЗП 3К доллар, и мне уже мало. Спасибо за тебе стримы и успеха адекватным зрителям. Хейтеры сосад. Да, я так понимаю, всегда будет мало. Ты себе, допустим, хочешь больше зарплату, ты получил больше зарплату, но тебе мало, потому что ты изначально почему-то хотел больше зарплату. И так же самое будет дальше. Суть в том, что если ты хочешь получить больше зарплату, и ты ее получишь, то тебе будет мало, потому что ты хотел ее получить. Такая логика. Но если бы ты не хотел получить больше зарплату, то бы тебе было заебись. Ты получил бы больше, но ты этого не хотел бы, то было бы заебись. Но если ты хочешь получить больше, и когда ты получаешь, то тебе будет мало. Вот. Это так работает. Бля, 60 кадров. Как же мало. Вот это я понимаю мало, чел. Вот это вот определение слова мало. 60 кадров. Так, мы убили двух из трех. Осталось один раз еще пострадать и убить последнюю блядину, которая забирает кадры. Кстати, а что я подобрал еще? О, отмычка. Точно, я смогу что-нибудь взломать. У меня же там миллион разных замков. Мне только интересно, хватит ли отмычек в этой игре на все замки. Я что-то в этом сильно сомневаюсь. Осталась одна блядина еще и одна супер блядина. А, вот ты про эту штуку? Обломок кристалла. А. Все. Это чисто из-за гайда. Ну, без гайда я бы, кстати, вот такое освещение, я бы хуй заметил, наверное. Я бы не обратил внимания. Это чисто благодаря гайду. Вот так-то лучше. Разбери уже маску оленя за тупыч. Да ебаный, блядь, даун. Вот так-то лучше. Сука, мрази ебаные твари, хуесосы просто, хуесосы. Блядь, у меня зарплаты нет нихуя. Как начинал с хуем в жопе, так и остался. Обида ебаная. Пиздец, блядь, выблядок, сын шлюхи подсказал мне, это пиздец просто. Как заебали даже стримить, пропало желание. Я знал, что маска оленя нужна, очевидно, я пробовал туда подставить, но я не думал, что ее нужно осмотреть. Рано или поздно я бы до этого додумался, но я хотел до этого сам додуматься, что маску оленя нужно осмотреть. Короче, это пиздец, ну, такие ебаные твари, блядь. Ну, раньше, когда я стримил, начинал стримить сюжетные игры, где-то в 2017 году, в 2016 мои первые были игры. Ну, в 2017. Раньше не было столько выблядков. Это, короче, когда я еще на YouTube перешел, тогда вот появилось все больше и больше всяких, блядь, выблядков, подсказчиков, это просто пиздец. Просто реально выблядки. Как обычно, забыл про то, что можно осматривать вещи. Но суть в том, что, бля... Она только поэтому не подходила, потому что там была эта деревяшка. То есть я сюда уже ее вставлял, это была моя первая мысль, очевидно. Просто нужно было ее разобрать. Не, ну подсказчики, все подсказчики и гайдеры официально, ну, это просто конченые, блядь, вообще. Они портят стрим всем, буквально. Короче, что я хотел сказать. В таких играх, когда кто-то пытается подсказывать, это прям вообще хуёво, потому что, ну, в этой игре это часть игры. Это важная часть игры. Допустим, когда в Dark Souls, когда я стримил Dark Souls, и там буквально каждую минуту мне писали гайд. Там, в принципе, похуй, потому что там, во-первых, это субъективно. Ну да, там вот главная причина, почему похуй. Там каждый чел начинает писать, какое его оружие лучшее, поэтому, какое его оружие любимое, поэтому, ну, самое лучшее. И каждый чел начинает советовать, куда лучше пойти, в какую зону. Да, по его логике, куда он там ходил. Могу ли я тут прыгнуть, или я разобьюсь? Веревка есть. Как использовать веревку? В этой игре можно разбиться? А. Вот этого додуматься было сложно, потому что, ну... Откуда я знаю, разобьюсь я или нет? В реальной жизни я бы, наверное, разбился, сломал бы ноги. Это довольно-таки высоко. Окей, что я здесь пропустил? Где? Мне наверху блестит что-то, maybe? Ничего не блестит. Вон блестит. Вижу. О, вижу их. Сука, хули ты блестишь?